Жители Соликамска выбирают объекты благоустройства на 2022 год. В общероссийском голосовании от нашего города участвуют 5 общественных территорий. Это сквер по проспекту Строителей, Потемкинская лестница в 3-м микрорайоне, территория бывшего рынка у автостанции, пространство на улице Ульянова и пространство на улице Сельвенитова и на Клистовке. На сегодняшний момент в числе лидеров у нас 2 территории. Первое место это занимает объект в 3-м микрорайоне, так называемая Потемкинская лестница. И второй объект это территория в Боровой у солезавода. Для проведения голосования жители, у кого есть трудности при индивидуальном голосовании, могут прийти к нам в управление. Сотрудники администрации готовы помочь жителям выразить свое мнение в голосовании. Для этого обращайтесь в Управление перспективного развития по адресу 20 лет Победы, 121, кабинет 314. Или в Управление внутренней политики, улица Всеобуча, 86, кабинет номер 2, в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера. Здравствуйте, предлагаем вам проголосовать по коду. 7-2 минутки. Здравствуйте, можете, пожалуйста, проголосовать дома по коду? А вы знали об этом голосовании? Нет, впервые слышу, но обязательно проголосую. В городе работают и волонтеры, которые подскажут, как проголосовать за нужную территорию. Их вы найдете в фойе торгового центра «Молодежный», у эскалатора торгового центра «Европа» и в многофункциональном центре по улице 20 лет Победы, 115. Волонтеры работают с населением с понедельника по субботу с 15 до 18.00. Если у человека нет компьютера, можно проголосовать в МФЦ. Напоминаем, голосование за объекты благоустройства продлится до 30 мая. Успевайте! Чтобы проголосовать за благоустройство, нужно зайти на сайт 59.городсреда.ру, что мы и делаем. На сайте вы увидите информацию о проекте, а также узнаете о последовательности онлайн-голосования. Ну, первым делом нужно выбрать свой округ. Нажимаем «Голосовать». Выбираем Соликамский округ. Вы видите, что выходит информация о всех 5 территориях, за которые можно проголосовать. Здесь же можно узнать подробности. Я хочу проголосовать за общественную территорию по улице Ульянова у музея соли. Голосую. Здесь появляется знакомая фотография. Вновь есть кнопка большая «Голосовать за объект». Я вижу, что за этот объект проголосовали уже 3446 человек. Нажимаю «Голосовать за объект». Небольшая регистрация гражданина, где нужно указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. Как только вы пройдете регистрацию, ваш голос будет учтен. За комфортный город уже проголосовали Евгения Пантелеева, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль ТВ».